Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Здравствуйте, очень приятно, Анастасия. Я Ефремова Инга Николаевна, врач-невролог, и я специализируюсь в области головной боли и вегетативных расстройств. И поскольку вы записались ко мне на онлайн-консультацию, значит, вас беспокоит что-то из этого. Расскажите, пожалуйста, что вас беспокоит? Как я поняла из анкеты, у вас немного нарушен сон. Правильно, да? Угу. Вам трудно заснуть, и когда вы просыпаетесь, вам трудно потом уснуть. Да? Вот это вот как раз такое яркое проявление повышенной тревожности. И когда вы станете спокойнее, эти нарушения сна, они тоже пройдут. Вот. И поэтому, конечно, нужно больше сейчас вам уделять внимание своему отдыху, расслаблению. И я не говорю о том, что прямо вот сейчас вам нужно обязательно там идти там в отпуск, хотя было бы, наверное, и неплохо взять какой-то тайм-аут, небольшой денек там два восстановиться. Вот. Но очевидно, что ежедневно вы можете делать самые простые вот такие мероприятия. Вот, таким образом, я уже могу, у меня есть представление о вашем состоянии, о характере вашей головной боли, как вам можно помочь. Вот, поэтому я могу вам написать свое предварительное заключение и рекомендации на почту. Да, отлично. Спасибо. Угу. Есть у вас какие-нибудь вопросы? Нет. Очень жду рекомендаций. Угу. Хорошо. Хорошо. Ладненько, договорились. Спасибо вам большое, Инга, за помощь. Угу. Всего доброго. Безусловно, когда я шла на онлайн-консультацию, опасения были. То есть для меня это абсолютно новый формат обследования у доктора. Но, как показал результат, действительно оно оказалось очень информативным. И именно в режиме онлайн появилась возможность сделать то, чего я не делала раньше. Хотя все показания к этому были. Доктор вызывает доверие, это безусловно. Специалист очень хороший. И, естественно, я очень жду рекомендаций, чтобы улучшить свое состояние.